В начале выпуска о происшествиях на дорогах. Сегодня утром авария на трассе в Ульяновской области унесла жизни двоих человек. По предварительной информации, на автодороге Саранск-Сурская-Ульяновск 27-летняя девушка за рулем автомобиля Nissan выехала на встречную полосу и столкнулась с фурой. В результате ДТП водители, пассажиры на марке скончались на месте происшествия.